Четверть века Мытищинская ассоциация художников радует своим творчеством жителей городского округа и не только. Время подводить промежуточные итоги. За прошедшие годы живописцы оставили глубочайший след в истории родного города. Результаты труда они представили на выставке в галерее искусств. Четверть века – это огромный пласт в культуре родных наших Мытищ. Дружный коллектив художников в Мытищах зародился на излете 90-х годов, но по сей день поражает свежестью мысли, глубиной таланта и широтой взгляда. Это на данный момент более 150 мастеров и графики, и живописи, декоративно-прикладного искусства, ювелирного искусства, религиозного творчества и так далее. Юбилей. Самое время оглянуться назад, осмыслить достижения и продолжить путь. Подавляющее большинство членов Мытищинской ассоциации – заслуженные художники. 25-ю годовщину совместного творчества они встречают вместе с друзьями и единомышленниками. Считаю, что ассоциация расправила крылья, и вот этого высокого и далекого полета вам желаю. Еще раз с юбилеем. Желаем всего коллективу крепкого здоровья, душевных радостей, благополучия и больших творческих свершений. Выставка ассоциации художников проходит в аншлаге. Посетителей на открытии так много, что сидячих мест на всех не хватает. Каждый хочет воочию увидеть работы мастеров кисти. Мне очень нравятся здесь пастельные работы, линогравюры. Вообще выставка довольно сильная, обширная, очень много разных техник, картин. Портреты и пейзажи, графические зарисовки и масляные натюрморты. Все это вызывает у зрителей неподдельный интерес. Независимо от вкусов, каждый может найти на этой выставке нечто по-своему красивое. На протяжении многих лет администрация, художники, галерея, наш музей сотрудничают в полном объеме. И я надеюсь, те выставки, которые у нас проходят дважды в год, они несут большую роль, большой вклад в развитие культурного наследия на территории нашего городского округа. Посетить юбилейную выставку местной ассоциации художников значит открыть для себя новое стилистическое направление и талантливых авторов. Их творческое наследие – лучшее доказательство тому, что культурный потенциал Мытищ поистине безграничен. Экспозиция продолжится вплоть до 25 августа. Евгений Ощепков, Первый Мытищинский.